очень симпатичный. Обои все покрызены мышами, крысами. Кто-то отрывал обои. Видимо, что-то искали. Может быть, труп хотел забрать. Как всегда, главное, что... Кровати, стулья. Интересная. Такая полочка. Экспедиция номер 3. Третий дом. Не найти. Старинный стол такой. Удивила вот эта досочка такая еще, видите, старинная такая. Ручной работы однозначно. Такой вот интересный обычай раньше, в старину вложили цветы между окон в газете, ну, зимой. Красиво, интересно. Типа брусок надо тащить. Интересно. Ковер с изображением. Очень модно было в 70-х годах такое. Пройдем в следующую комнату. Ручки еще такие. Такая же ручка, крепенько, как удобно берется. Пол уже кто-то конфисковал, себе забрали пол, разобрали печку, разломали. Ну что вы хотите, вот такие у нас люди, ломать, не строить. Советский выключатель. Здесь была икона, видимо, красный угол. Сруб еще крепкий, кстати, очень ничего. Если не было конкуренции. Кто знает, какой это телевизор, какой марки, напишите в комментариях, мне очень интересно. Телескоп разбит, второй телевизор, поновее, видимо. Рекорд В312, В, не Б, В, советский. Сколько что целый. Остатки газеты. Золотые правила обольщения. Мужчинам и женщинам. Награда. Ну, да. Неизвестно, какого года газета. По газете можно определить, когда отсюда ушли люди. Предположительно хотя бы. Какая-то рамочка. Может быть, даже икона была в ней. Очень похожа.
Ковальчук. Чья-то тетрадка. 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 Общая. Общая. Зоология. Нам был такой предмет, видимо. Вот такой. Интересный шкафчик. Чьи-то шубы лежат. Больше ничего интересного нет. Потолки. Больше, увы, ничего. Такие ощущения, что я слышу какой-то голос какой-то. Не могу понять. Тоже галлюцинации. Интересно. Заслоник. Главное не встретить диких животных. Сломано, опасно. Кто-то занимался пчелами. Форма для изготовления вращения. Это труп, где мы собаки. Бочка. Да, такие находки можно найти. Шарить по заброшкам.